Я прочитал множество книг о вреде алкоголя и после этого решил бросить читать, говорил Сергей Довлатов. И вот его фразу я использую в качестве эпиграфа к нашему сегодняшнему разговору. Дело в том, что привязанность человека к алкоголю явилась одной сквозной темой русской литературы, так же, как зима, так же, как железная дорога, так же, как тюрьма, каторга и прочее, прочее, прочее. И вот чтобы сегодня мне существовать в рамках законодательства и политкорректности, я для разговора о аквавита, живой воде, именно так называли спирт в 17-18 веке, буду в качестве иллюстрации приводить русскую литературу. Поэтому тема сегодняшней нашей беседы — «Алкогольный код русской литературы». Но прежде чем перейти к персоналиям, к транслированию разного рода способа коммуникации в художественных мирах, мне бы хотелось выяснить, почему люди пьют. И вот здесь все очень просто, потому что когда закончился сухой закон в Соединенных Штатах Америки, бутлегеры подпольные ушли на периферию мира или исчезли совсем, продажи алкоголя стали безумными абсолютно. Но через 3-4 года, когда обыватель получил определенную дозу этих волшебных напитков, и когда насытился, и когда понял, что это может быть опасно, продажи упали многократно. И в конце 30-х годов американские социологи провели серьезное, огромное исследование, в котором выявили 4 типа потребления алкоголя. Я вам с удовольствием эти типы приведу, ссылаясь на американских социологов первой половины 20 века. Первый тип нам хорошо с вами известный, называется он коммуникационный, когда собирается определенная компания для того, чтобы построить прекрасное общение, разговор, игру в фанты, что-то еще. Люди употребляют алкоголь, каким-то образом снимают психологические границы, осуществляется коммуникация. Ну а в нашей традиции это вещи разного рода: дни рождения, свадьбы и прочее, прочее, прочее. Второй тип можно именовать как индульгентный. И к нам он тоже очень-очень близок. И, пожалуй, два этих первых типа, они максимально привычны в обществе. Я переколол машину дров, я написал монографию, я закончил картину, я заслужил рюмочку одну, другую или большой праздник, потому что я сделал великое дело. Третий тип, который выявили американские социологи, он называется океанический, и он с точки зрения врачей-наркологов наиболее опасен, потому что все в этом мире идет не так. Погода отвратительная, холодно, с работы погнали, дети двоечники, в переулке дали по голове, ничего не получается, я прихожу домой разъяренный, и из меня пышет зло. Но, дойдя до бара и налив рюмочку коньяка, вторую, третью, я чувствую, как внутри согревается пищевод, желудок, в кровь приходит алкоголь, и в океане, растворяясь и принимая этот мир, и этот мир становится частью меня, и мне в нем довольно комфортно. Вот в этом плане наркологи современные говорят о том, что океанический тип – это тип, который максимально близок к тому, чтобы человек быстро начинал привыкать к алкоголю, и это становилось его болезнью. Ну и, наконец, четвертый тип – это тип побудительный. Нам с вами тоже хорошо знакомо по фразеологизму 100 граммов для храбрости. И это работает в полной мере, потому что я не могу набраться смелости сказать своему непосредственному начальнику, что он руководит неэффективно, а после стакана водки у меня блестяще это получается. Я говорю: иди сюда, да ты, и так далее, так далее, так далее. В Европе, кстати, выделяют еще один тип, который пришел уже на рубеже 20-21 века, этот тип связан с тем, что я пью, потому что вкусно.
И вот мой хороший приятель, доктор наук, оказавшись в прекрасном бельгийском городе Льеж, в гостеприимной компании, когда к нему подошел официант и сказал: «Вам налить белое или красное вино?», он ответил: «Я белое не пью». Официант на некоторое время завис и сказал: «Ну а как же вы кушаете рыбу и морепродукты, если вы не пьете белое вино?» Поэтому есть определенные традиции, кулинарные предпочтения, и вот эти вещи работают в полной мере. Интересно, что во многом вот этих 4 или 5 типов, подтипов работает и в русской литературе. Вообще надо начать повествование о том, как алкогольная тема или даже алкогольный мотив, потому что он подразумевает движение, развитие сюжета, пришли в русскую литературу. Это очевидно, потому что в античной традиции, помимо канонических серьезных жанров, существовала так называемая легкая поэзия или анакреонтика. И молодой Александр Сергеевич Пушкин, который начинал с французских переводов или античных переводов, блестяще перевел «Анакреонт», вот его небольшое стихотворение: «Что же сухо в чаше дно, наливай мне, мальчик резвый, только пьяное вино раствори водою трезвой. Мы не скифы, я люблю други пьянствовать бесчинно, нет, за чашей я пою или беседую невинно». И вот с этой легкой анакреонтической лирики Пушкин начинал, во многом ориентируясь на другого певца удовольствий и подвигов Дениса Давыдова. И вот хрестоматийное стихотворение Дениса Давыдова, которое дает вход, что ли, в начинающую формирование такую русскую поэзию постклассицистического варианта. Это стихотворение Дениса Давыдова: «Сегодня вечером увижусь я с тобою, сегодня вечером решится жребий мой, сегодня получу желаемое мною, иль апшит на покой. А завтра, черт возьми, как зюзя натянуся, на тройке ухарской стрелою пролечу, доехав до Твери, в Твери опять напьюся, и пьяный в Петербург на пьянку прикачу. Но если счастье назначено судьбою тому, кто счастьем, наверное, не знаком, то и тогда напьюсь свинья свиньёю и запросто пропью прогоны с кошельком». Эти стихотворения не претендуют на вертикальную поэзию, на какие-то высоты, но вот если посмотреть, как работает алкогольный код у того же Александра Сергеевича Пушкина, то его ранняя лицейская лирика подразумевает коммуникационный тип, когда общение, когда пиры, когда жонка, когда юбилей лицея, когда праздник, день рождения лицея, когда выстраиваются задушевные беседы. А в поздней лирике у меня одна из барышень в программе «Шаг в будущее» 3 года писала работу детскую, школьную, «Алкогольный код» Александра Сергеевича Пушкина. В философской лирике алкоголь уже дает возможность открывания на сегодняшнем языком некоторых порталов, которые позволяют приступить к разного рода откровениям бытия и получить определенные тайны, которые в обычной жизни не получишь. Любопытно, что на протяжении всей истории русской литературы литераторы пили по-разному. Это утверждение может быть спорным, и я готов здесь полемизировать, но, на мой взгляд, несмотря на тяжелое употребление алкогольных напитков поэтами Серебряного века, будь то Есенин, будь то Блок, будь то Саша Черный, все-таки прозаики отдавались этому явлению более искренне и уходили в абсолютный такой крен, который впоследствии, конечно, сказывался на здоровье. Но если мы возьмем поэтов, то поэтизация самого употребления алкоголя, она выглядела каким-то вот, ну, наверное, ненатуралистическим образом. Вспомним Блоковское: «Каждый вечер друг единственный в моем стакане отраженный, влагой терпкой и таинственной, как я смиренно оглушен, а рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов инвино веритас кричат». Мы об этом говорим, но получается, что все равно это какая-то высокая поэзия, незнакомки, и кабак-то он не кабак, а некий переходный вариант, когда я из одного состояния сознания перехожу в другое. Более прозаичен тот же Саша Черный, у которого есть тоже знаменитое стихотворение на эту тему: «Голова моя темный фонарь с перебитыми стеклами, по утрам раскрытый разным враждебным ветрам, по ночам я гуляю с распутными пьяными феклами, по утрам я хожу к докторам, парарам, я валдырь на сиденье изящной российской слоистой», и так далее, так далее, так далее. Можно говорить о поэзии Сергея Есенина, где тоже алкогольный код работает в полной мере, но здесь можно сослаться на целый ряд публикаций. Иностранный агент Дмитрий Быков написал несколько публикаций,
презентации, выступал в прямой речи, где давал очень четкую картину алкогольной деградации поэта Есенина, о том, что последние его стихи дают нарушение логики и прочего, прочего, прочего. Но если мы попробуем вот использовать аналитику и создать некий вариант все-таки типологии, то я бы выявил в русской литературе 20 века три главных типа, которые могут быть родными, могут быть неродными, могут отрицаться, но тем не менее работают. Первый тип – это тип Сергея Донатовича Довлатова. В его «Заповеднике» есть чудесные цитаты, которые я вам озвучу. Повествование идет о том, что возлюбленная вместе с дочерью уезжает в эмиграцию, и человек, который долгое время крепился и не употреблял ни одной капли алкоголя и наблюдал за окружающими пьяницами, с таким превосходством все-таки разрешает себя. Короче, я зашел в лесок около бани, сел, прислонившись к березе, и выпил бутылку московской, не закусывая. Только курил одну сигарету за другой и жевал рябиновые ягоды. Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары, какая-то липкая дрянь заползла в штанину, да и трава казалась сыроватой. Потом все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял свои душные недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горечь рябины казалась неотделимой от влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комаринного звона, как на телеэкране проплывали облака, и даже паутина выглядела украшением. Я готов был заплакать, хотя все понимал, что это действует алкоголь. Видно, гармония таилась на дне бутылки. В довлатовском мире алкоголь – это тот вариант, когда микромир сливается с макромиром, трава начинает расти через тело персонажа, и он становится частью огромного космоса. Алкоголь дает гармонию. Совершенно противоположных позициях стоит другой русский литератор, певец русского алкоголизма Венедикт Ерофеев, который в своей знаменитой поэме «Москва петушки» дает вариант прочтения, и об этом пишут очень-очень много, выходят сборники. В Твери раз в два года происходит конференция, посвященная поэме «Москва петушки», или происходила, сейчас последних 3-4 года, не знаю, проводят они или нет. Но суть в том, что ерофеевский алкоголизм строится на том, что русскому человеку нужны вериги. И эти вериги легко для себя сформировать, если ты в больших количествах употребляешь алкоголь. Он приводит прекрасный вариант, говоря о том, что Владимир Ильич Ленин, приехав на финляндский вокзал, в состоянии тяжелого похмелья вряд ли бы продолжил Октябрьскую революцию или Октябрьский переворот, потому что похмельный человек не способен ударить, потому что похмельный человек не способен сделать зло, потому что человек, над которым давят разного рода алкогольная депрессия, он вот не способен к таким вещам, которые разрушают мир. Ну и кроме того, в этой поэме он большой экспериментатор, и один из любимых его рецептов, я не могу оставить для себя, я вам его радостно передам. Это рецепт, я не буду входить в какие-то сакральные составляющие, ханаанский бальзам или что-то еще, а вот слеза комсомолки, даже по названию очень родное. Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память, или наоборот, теряет разум и то, и другое. А в случае со слезой комсомолки просто смешно. Выпьешь ее 100 грамм этой слезы, память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще 100 грамм и сам себе удивляешься, откуда взялось только здравого ума и куда девалась вся твердая память. Итак, рецептура простая. Лаванда 15 грамм, вербена 15 грамм, лесная вода 30 граммов, лак для ногтей 2 грамма, зубной эликсир 150 граммов и лимонад 150 граммов. Приготовлен таким образом смесь, надо 20 минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости жимолость можно заменить повеликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек. Но вы меня не заставите помешивать повеликой слезу комсомолки, и я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают слезу комсомолки повеликой. Но эти рецепты ушли, потому что ингредиенты добыть очень сложно. Но Венедикт Ерофеев
большой специалист в этой области. И еще одна фигура, которая практически на эту тему не озвучивается, но которая и собственной жизнью, как вариантом творчества и творчеством дает возможность дешифровать эту тему, это рассказы Юрия Казакова. У Юрия Казакова практически в каждом втором рассказе вот эта тема присутствует. И любопытно, что если мы соберем большинство его рассказов, мы увидим, что он дает совершенно другое прочтение, потому что его герои, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они как будто пребывают в посталкогольной депрессии. Когда человек много дней пьет, у него не вырабатывается гормон радости, гормон счастья, и он начинает глядеть на мир трагично. Вот в его рассказе «Адам и Ева», вот любопытная ситуация, талантливый художник находится в длительном запое, к нему приезжает чистейшая прелесть и чистейший образец невеста, умница, красавица, готовая для него на все, а он в этом депрессивном состоянии разрушает все эти перспективы, все эти блестящие планы. Если мы возьмем его рассказ «Легкая жизнь», то там герой, который путешествует по разным стройкам, является крепким рабочим, который может работать на бульдозере и работать сваркой, чем угодно, но как только он выпивает, он превращается в животное. Когда мы начинаем читать его рассказ «Некрасивая», то мужчина, который ухаживает за главной героиней, он является собой тип, когда он употребляет алкоголь, он тоже превращается в то существо, которое не хотелось бы видеть в ближайшем своем кругу. Поэтому у Казакова большинство героев, которые являются собой варианты пьющих людей, они связаны с тем, что они несут негативную семантику, и здесь это работает в полной мере. И завершая вот столь короткий экскурс, весьма-весьма мозаичный, я бы хотел закончить еще одной цитатой, которая звучит таким образом. Сначала мы пьем водку, потом водка пьет нас. Завершая, скажу, что следи за собой, будь осторожен.